С первых минут матча на поле кипит нешуточная борьба. Юные футболисты из Сочи и Тольятти сражаются за выход в финал. Каждый настроен на победу. Будем биться, стараться, играть тоже своей игрой, которую умеем. Самарская команда на юношеском турнире уже показала достойный результат. Теперь ждут финальных игр. Сегодня играли против Волги, достойный соперник был. Выиграли 1-0. Все, больше нет соперников сильных. На открытый юношеский турнир по футболу в областную столицу приехали команды со всей России. Каждая представляет город-участник чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Более 200 спортсменов, 12 команд. Чемпионат такого уровня в Самаре проходит впервые. В первую очередь для команд это посмотреть свой уровень, ребят. Тренерам увидеть, правильно ли они идут, воспитывают детей. Для болельщиков и для любителей футбола это популяризация футбола в преддверии чемпионата. Игры будут проходить на стадионе «Металлург» в течение недели. Финальные матчи состоятся 18 августа. Лариса Шлафаст, Павел Пресняков. События.